Только в центральном районе укрыты 230 пальм, 20 агав, 1500 субтропических кустарников. Работы проводились не в авральном режиме, потому что на побережье было достаточно тепло, но с похолоданием пришлось ускориться. И сегодня кустам агавы, которые растут напротив морского порта, ночные температуры не страшны. Они всегда растут только на солнечных участках и считаются теплолюбивыми. Мастера соорудили сегодня для растений укрытия, в котором агавы пробудут до марта. Ну, во-первых, пленка, а потом мы их обшиваем материей специальной, и там тепло, и собирается как бы теплый воздух, и она укрыта. Мы укрывали агавы по улице Горького, по улице Новогинской, на главпочтамте. В прошлом году заморозки начались раньше. Уже к 20 декабря все растения были укрыты. Нынешняя зима дала возможность пальмам и агавам подольше понежиться на солнце. Укрывать растения в теплую погоду, отмечают мастера, вредно. Внутри кокона может скапливаться конденсат, и кустарник может заболеть.